Южного федерального округа из Ростовской области. Воспитанники Ольги Ребикиной, Ксения Манько и Кирилл Халявин. Третье место они занимали после оригинального танца. Тоже совсем молодые ребята, потенциальным меркам, еще можно сказать, дети. 15 лет Ксении, 16 Кириллу. Последний чемпионат Европы в Варшаве в январе показал, что танцы на льду – это вид фигурного катания, пожалуй, единственный сейчас, где мы можем с оптимизмом смотреть в будущее. Превосходно выступили там Оксана Домнина, Максим Шабалин. Боролись они за золото, в итоге стали серебряными призерами впервые. Превосходное выступление Яны Хохловой и Сергея Новицкого. Ну и вот соревнования спартакиады показывают, что подрастает достойная смена. И мы видим очень хорошие дуэты. Причем не только московские, не только столичные. Но вот прекрасный дуэт, представляющий Ростовскую область. Ксения Манько и Кирилл Халявин, которые ведут борьбу за медали этой спартакиады. И очень хорошо и достойно смотрятся эти совсем еще юные фигуристы, у которых впереди вся, что называется, вся жизнь в спорте. То есть конкуренция у нас в этом виде программы фигурного катания уже сейчас очень высокая. Есть явные лидеры. 4, 8.